Все, поехали. Вот, получается, замыкаем контакты, вентилятор на максимальной скорости работает. Вот у него три клеммы, это вот Bosch 7000, который. Вот он, Bosch 4000, который мы выслали. То же самое, он работает на максимальной мощности просто. Вот, теперь замыкаем другие колодки. Это у нас будут малые обороты. Просто малые обороты. Ну и кто сказал, что он не работает?